Центр досуга для детей «Смарт Лето» в Магадане откроют в июле в здании центра «Клевер». Магаданская региональная общественная организация «Поколение» при поддержке детско-юношеского центра одержала победу в фонде президентских грантов. На реализацию проекта выделили 836 тысяч рублей. Основная идея центра – организовать для детей летом активный, интересный и полезный досуг. И каждая смена будет разделена на тематические недели. То есть на протяжении всего лета у нас пройдет 9 тематических смен, 9 тематических недель. Эти тематические недели будут разнообразные, будут там и творческая студия, в которой тоже будет много входить, и лепка из полимерной глины, и акварельные рисунки, и курс каллиграфии. Помимо творческой студии, также будут у нас и обучаться ребята в видеомонтажу. Кроме того, педагоги для детей подготовили обучающее пространство «Умная теплица», курс по изготовлению сувениров из умной смолы, а также песочницу, рисование песком на световых столах. Посещать такой лагерь смогут 120 детей возрастом от 7 до 14 лет. Создатели программы отмечают, что если режим самоизоляции до 6 июля не снимут, то работать «Смарт Лето» будет онлайн.